На областном аптечном складе маски есть. Дефицит лишь в аптеках, причем из-за тревоги челябинцев. Горожане, боясь заболеть, массово скупают тканевые маски. Вот как комментирует ситуацию генеральный директор склада. На сегодняшний день на складе областном аптечном и в аптеках сформирован запас и противовирусных препаратов, и достаточный запас масок. Думаю, что нет смысла делать сверхзапасы дома. Нужно покупать по мере необходимости, чтобы не было ажиотажного спроса. Если будет ажиотажный спрос, то, конечно, наверное, какой-то дефицит возможен.